Храм в честь иконы Божьей Матери Феодоровская в городе Горячий Ключ Краснодарского края пока еще строится. Но богослужение здесь уже проходит. Накануне эту церковь с архипастырским визитом посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, рассказывают наши коллеги из Краснодара. Народу на службе собралось много. Для верующих это большая честь и радость молиться со своим архипастырем. И это оправдано. Архиерей на богослужении, по слову святых отцов, олицетворяет собой присутствие Христа. Благочинный Туапсинского и Горячеключевского районов, духовенство прихода, а также краснодарских и районных храмов сослужило владыке на воскресной литургии. За богослужением состоялось награждение священнослужителя отца Дионисия Семенникова, настоятеля храма архистратига Михаила Станицы Мартанской, грамотой за усердное служение церкви. Икона Божией Матери Феодоровская – одна из наиболее древних и наиболее почитаемых в православной России. Почитается она как одна из святынь дома Романовых, поскольку связана с призванием в 1613 году на царство основателя династии царя Михаила Федоровича. Впоследствии императриц, принимающих православное миропомазание, благословляли образом Матери Божией Феодоровская. На иконостасе храма даже помещена икона царственных страстотерпцев. Александра Феодоровна также в свое время была благословлена Феодоровской иконой. Первый храм в Горячем Ключе построен во имя Пресвятой Троицы. Второй посвящен Матери Божьей. Богослужения здесь совершаются по выходным дням и праздникам. Архиерея этот приход встречал в своей истории впервые. Владыка ознакомился с жизнью прихода, воочию увидел, как обстоят дела с возведением церкви. Свою проповедь, обращенную к пастве, владыка посвятил той, чье имя носит храм, Царице Небесной. Матерь Божия является для всех нас общей матерью всего христианского мира. Мы все вручены, дорогие братья и сестры, Царице Небесной, Матери Божией, усыновлены, удочерены, дети мы Отца Небесного и Пречистой Богородицы, Царицы Небесной. Обмен теплыми речами завершил праздничную воскресную службу в Феодоровском храме города Горячий Ключ.